допустим, вот здесь есть некая форма, но вот мне вот сюда нужно металлово. Если я поднимаюсь выше определенного уровня, я начинаю работать с пространством и с тем, что меня окружает, уже достаточно вольно. И вот мы стоим с ним, а я беру от вас. Не меняется. А направление изменяется. Направление изменяется внутри меня снова. Или вот он, да, мы стоим опять-таки, вымоем, да? Или я могу уже варьировать. У меня уже немножко другой уровень. Я могу уже варьировать. Я могу брать. И не его. Вот он тут, а я вот сюда, вот отсюда. Или не отсюда, а отсюда. Я могу так, или так, или так. Для того, чтобы понять, как этим работать, нужно сначала создать максимальное единство вашего сознания, потока энергии, которым это сознание должно управлять, и вашего тела. Как это сделать? Это уже. Занятие. Да. Но форма, ты все, да? Еще есть время? Ну, просто у нас сегодня вводное занятие, поэтому я пользуюсь тем, что у нас благо есть достаточно продвинутый ученик. Вот. Конечно, если бы здесь стоял кто-то другой, он бы так и не отлетал от меня. Он бы упирался. Ну почему отлетает? Потому что он не принимает себя тот импульс, который я ему даю. Он просто ему следует. Да? Он как бумажка. Куда на него дунули, туда он полетел. Он не сопротивляется мне. Вот почему я его использую. Потому что на нем очень хорошо показать, как работает этот импульс. Вот этот импульс он есть. Возможно, если бы стоял другой человек, в нем бы этот импульс застревал. А к чему приводит такое застревание? К разрушению. Мы с вами должны научиться слушать себя и нашего визави, с которым мы работаем.